Друзья мои, ну что, я не случайно немножечко сделаю такую подборочку и повторы, и новенькое для тех, кто смотрит все мои видео, да, все наши видео с нашего салона. Уже видели эту зернь, эти серьги великолепнейшие, именно в розовом золоте. Мне очень нравится, в лимонном тоже прекрасно. Что хочу сказать, есть одни девочки, пришла пара. Я надела этот сатуар не случайно, потому что, на мой взгляд, он сюда подходит, несмотря на то, что здесь фурнитура в лимонном, но не в ярко-лимонном, но сами камни, сам лунный камень, он бьет в розоту, и все это очень классно вместе смотрится. И есть вот такой браслетик, девочки, но это лапочка, это не браслетик, это лапочка. И здесь такая классная работа, здесь так все, это по манере, как у меня с Ониксом, как вот эти браслеты мои хорошие, которые я не устаю показывать. Любовь всех и каждого, но в этом случае это 215 евро. Всем девочкам они очень нравятся. А этот браслет 88 евро, мои хорошие. И вот так вот смотрится в розовом золоте. Вот такая лапочка, вот такая красота. И данные сережки стоят, сейчас я вам скажу, 122 евро стоят данные серьги. Вот так они смотрятся. Про сатуар мы тоже с вами вернемся. Но сейчас я хочу показать вам вот такие сережки. 85 евро, также зерн. Да что же я такая лохматая, моя хорошая. Смотрите, вот такие есть. Они также небольшие. Вот они. Ну, просто эти дутенькие, да, такие попышней. А вот эти, это уже классический вариант. Но тоже очень классно. И вот оно, получается, вся история к данному браслету. Я думаю, что браслетик сможем повторить, потому что я знаю, что девочкам понравится. Есть еще вот такой момент. Также 85 евро, как и в розовом золоте, девочки. Только здесь уже будет черный такой, скажем, эффект. Эффект темнения. Мы разбираем новые украшения, девочки. Записываем видео сразу несколько подряд. Вот, потому что так сложились обстоятельства, запишем сразу несколько видео подряд, девочки. Вы будете их смотреть, все нормально, мы работаем в таком же режиме, как и раньше. Продажи идут, все хорошо, все шикарно. Поэтому предлагаю вам вот такие великолепные украшения. Ну что, еще раз, сейчас я сниму сатуар, и мы с вами все рассмотрим вблизи. Ну что, мои хорошие, 122 евро, вот такая история. Здесь шикарный жемчуг, он бьет в крем-брюле, в розоту. Подборка камней идеальная по цветовой гамме, по форме, по красоте, по сочетаемости. Фурнитура серебро в лимонном золоте. Но посмотрите, как незначительная разница. Потому что сами камни, как я уже сказала, вот в розовом, да, таком моменте. И смотрится все вот так. Ну, красота, девочки, что я могу сказать? Очень красиво. И все это вместе смотрится шикарно. Кстати, можно и в два оборота. А почему нет? Да, 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 потому что есть замок. Замок здесь карабин. В два оборота будет также смотреться великолепно. Друзья мои, ну что, а я здесь коралловой истории. А почему я снова в этих сережках, девочки? Что хочу сказать? Пришли кольца. Пришли кольца. И для тех, кто хочет посмотреть по поводу серег, каких только серег не было в видео. Кстати, и замок петля тоже в том числе. Я сейчас их показываю, но, возможно, их уже и нет, девочки. Возможно, они уже все проданы. Смысл в том, все, что я вам показала по сережкам в прошлом видео, пришли кольца. Кольца стоят 198 евро. Натуральный коралл, не прессованный, в лимонном золоте и разъемные. Пришло, сейчас я вам покажу. Вот есть один прям цветочком. Давайте я вот так вот надену, видите, да, вот этот прям цветочек-цветочек, это уже вот другой цветочек, это поярче уже. Ну, все это цветочком, но в любом случае они все разные, все три кольца, вы видите. Вот к одной сережке, вот так, с другой прекрасно. И замок-петля, девочки, они легчайшие. Кто вот не хочет омега, кому нравятся вот легчайшие, эти кольца тоже подходят. Вы видите, да? Все три кольца, мои дорогие, они стоят 198 евро. Давайте я вот так сделаю, я сниму вот и в разных серьгах, и о, что только для вас не сделаешь. Вот так, вы видите, да? Вот такое колечко. Девочки, давайте я это положу. Ну что же я, в конце концов, давайте вот так, мои хорошие. Вы видите, да, девочки? Мои любимые кораллы. Сразу какой вид. 198, девочки. Великолепные. Рекомендую. Как серьги,
так и кольца. Девочки, кто заказывал оникс и коралл, осталось одно, было три, осталось одно. Также вот эти кольца, что я показала, и серьги. Все это прекрасно сочетается. Это один и тот же бренд, одна и та же коллекция, потому что отслеживается здесь все. Итальянцы любители оникса, жемчугов и кораллов. Это стоит 98, если я не ошибаюсь. Я уйду на паузу, секунду. 97 евро, девочки. Вот это великолепие. Это было заказано. Кто-то из девушек заказал, потом просто не выкупили. Ну, такое бывает. Очень редко, но бывает. Ну, или, может, напишут еще, пока не видели это видео. Но вы можете это приобрести. Ну, и, конечно, с колечком и с сережками. Друзья мои, хочу сказать следующий момент, потому что остались еще кольца. Я напоминаю, это видео когда есть, потому что девочки постоянно спрашивают. Остались еще эти кольца с кварцами, поэтому здесь розовое золото. Давайте я вам покажу, как это выглядит внутри. 138 евро его цена, колечко разъемное на любой размер. Грядет лето, грядет отпуска. Девочки, будем думать только о хорошем, только о приятном, о позитивном и наслаждаться данной красотой. Поэтому хочу вам предложить такое колечко. 138, производство Италия. Такая великолепная конструкция, что снаружи, что внутри, наши хиты продаж, нашего салона. Я вам всем очень-очень рекомендую. Все размерчики, ну оно разъемное, как бы тут подгоним без проблем за одну секунду. Девочки, мои хорошие, посмотрите, какая прелесть. К серьгам замок петля. Три колечка. Трое сережек, трое колечек. Они все разные. Вот так они смотрятся. Цена у них одинаковая. Все они по 128 евро. Очень удобные в лимонном золоте. Есть поярче коралл, но есть и сережки поярче. В любом случае, мы с вами все это обсудим. Потому что серьги есть, вот колечки. Колечки, это очень важно. Все по 128 в лимонном золоте. Вот такая красота, девочки. Девочки, я решила надеть одно колечко, чтобы вы могли посмотреть. В любом случае, все в видео и все в личных сообщениях. Я вам все пришлю, вам все покажу. У вас будут прекрасные, шикарные комплекты. Все составим. 128. Друзья мои, и еще один повтор. Великолепнейшие серьги, легчайшие. Замок, гвоздик. Здесь бирюза с принитом, с включениями принита. Здесь нефрит. Розовый нефрит. Зеленый. Это, девочки, если я не ошибаюсь, зеленый оникс. И топаз. Давайте с вами рассмотрим, как они выглядят. Они легчайшие. 162 евро цена данных сережек. Сейчас как раз самое время для того, чтобы носить такие украшения, теплое время года, весюлечки, ни за что не будет цепляться. Легкие, прекрасные, когда жарко, ну, это все даже не будет чувствоваться, потому что ушко вообще не отвешивать. Вы знаете, сейчас смотрю на одни серьги, сейчас я их достану, секундочку, девочки, сейчас я их достану. Я их показывала, я не понимаю, почему они еще не проданы, у меня просто вот, я не знаю, как это даже сказать. У меня нет никаких мыслей по данному поводу, но они еще не проданы. Окей, все закрыла. Мои хорошие серьги 88 евро. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть, какие лапочки, какие здесь великолепные берилы. Это же самый такой момент, мои хорошие, посмотреть данные серьги. Давайте я сниму сейчас вот эти. У меня вкус приходит во время еды. Ой, ну да. Начинаю что-то показывать, у меня сразу какие-то мысли еще по поводу. Девочки, смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Они легчайшие, замок петля. Но они так красиво сейчас будут на ушке. Вы сейчас все увидите. Здесь такой ягодный, приятный, кисельный, кисельный. Уже ушко болит. Вот как быть? Сейчас попробуем сюда. Вот тут лучше. Уже больно ушко. Видите, да, мои хорошие? Вот так они смотрятся. Я думаю, что здесь правая и левая. Да, мне неудобно надевать. Мне неудобно надевать. Хотя, вот так смотрятся девочки.
88 евро, радированные с прекрасными камнями, прозрачными. Очень такой красивый эффект, очень весенний, очень... Видно, да? Какая красота. Кстати, то, что я вам показала, цитрина и нефрит, ой, флюорит, нефрит и аметист, вот оно. Вы видите? Оно прям идеально сейчас посмотрела. Несмотря на то, что вот здесь бериллы. Но вы видите? Вот он комплектик, он сложился, девочки. Он сложился. В общем, вот такая красота. Друзья мои, ну что, я надеюсь, уже все видно здесь без слов. Девочки, это один из моих фаворитов. Это коллекция, которую мы привезли с Флорой, да, и вы знаете, когда я это увидела на витрине, я просто знала, я была уверена, что мы это обязательно, в обязательном порядке приобретем для вашего внимания, для вас, для вашего выбора, для вашей покупки. Девочки, я очень хочу это украшение. У него есть определенная цена. Сейчас я вам все расскажу, все покажу, вы все рассмотрите. Это янтарь и это халцедоны, вот такие вот крупные, красивые камни, природные, в красивой огранке. Это итальянский бренд, это не просто брендовое украшение. Я считаю, что это шедевр, действительно шедевр, потому что ничего подобного, наверное, у нас еще не было, может быть, где-то было, но у нас были другого типа украшения, да, и в данном случае здесь брутальность в сочетании, ну, с какой-то, я не знаю, неимоверной женственностью, неимоверной красотой, богатством, шиком, блеском, я не знаю, какие эпитеты можно применять данному украшению, но я просто в ударе от этого украшения, мне оно очень и очень нравится, девочки. И я хочу предложить его вам. Здесь идеально все, как камни, так и сама работа, фурнитура, так и, ну все, просто все, да, об этом можно говорить долго. Поэтому, мои дорогие, я хочу сейчас уйти на паузу, мы с вами рассмотрим все вблизи, я вам скажу цену. Это не поставлено на поток, это по все в одном экземпляре, как и все наши ожерелья. Те ожерелья, которые, вот, допустим, с бирюзой девочки повторили, все это будет ручная сборка, все это будет делаться с чувством, с толком, да, как я люблю это говорить, с расстановкой, это будет делаться специально под вас. Это исполнение безупречное, поэтому я не знаю, возможно, его можно повторить, но я пока не знаю, что сказать. Оно было одно, висело на витрине, мы его забрали, еще было одно поменьше обороты, это нам понравилось больше, поэтому я думаю, здесь все видно, без слов, все сказано. Девочки, решила немножечко проэкспериментировать и немножечко воссоздать вот такую вот историю, чтобы вы имели представление, как это будет смотреться с жакетом без. Ну, это не жакет, но рубашка. Но в любом случае, хочу, чтобы вы имели представление, потому что, возможно, кто-то будет вот как-то так это носить, да? И нужно, чтобы это все смотрелось, чтобы вы это все видели. Я не знаю, вот машинально надевая такое украшение, ты становишься королевой. Машинально, девочки. Ну, корону я показывать не буду, но у нас корона тоже, кстати, возможно, и будет когда-нибудь, потому что кто знает, да, до чего дойдет мода и как все это будет. Но смотрится все шикарнейшим образом, смотрится все великолепнейшим образом. Это настолько завораживает, я бы сказала, завораживает. Ну что, снимаю все, ухожу на паузу, мы с вами все рассматриваем. Друзья мои, ну что, давайте с вами нежно рассматривать данную красоту. В любом случае пойдет видео за данное видео, где вы все сможете рассмотреть вблизи. Девочки, оно очень красивое. Его цена 885 евро. Камни природные, огромные, очень красивая огранка. Фурнитура серебро в лимонном золоте. Вот здесь вот такой замок. Также чередуется с серебром, разделенным между камушками, но здесь уже радированное, да, есть в лимонном, есть радированное. Где халцедоны в радированном, где рядом с янтарем идет в лимонном золоте. И смотрится это все вот так. Ну, здесь шикарно, девочки. Оно шикарное. Оно просто шикарное. Очень здорово оно будет, девочки, с вот этими сережками. Два разных итальянских бренда. Но подождите, у меня немножечко завернулось. Вы видите, да? Но в любом случае к нему ничего не надо. Оно очень само по себе, скажем так. Яркое, красивое, шикарное.
Но это тоже как вариант. Это моя любовь. Просто любовь, девочки. Моя любовь. Моя любовь. Очень красиво. Друзья мои, ну что, я думаю, что закончить на данном ожерелье, да, на данной коллекции, которую я его сняла, девочки, потому что все было... Еще раз давайте я напомню, я его возьму в руки на этой приятной, прекрасной ноте. Мне хочется закончить данное видео, девочки, потому что, ну, я не знаю, что еще можно сказать после того, что я вам показала. Я думаю, что данное видео, данное украшение действительно вас очарует и найдется достойная хозяйка. Хотя, девочки, все вы достойные, все вы прекрасные, все вы для нас важны и ценны. Но я прекрасно понимаю, все так же укладывается в бюджет, во многие другие моменты. Но если нужно будет, мы обязательно закажем. Ну что, мои дорогие, на этой красивейшей ноте мне хочется попрощаться с вами. Мне хочется пожелать вам всего самого доброго и прекрасного, море счастья, море красоты. А мы с вами увидимся скоро-скоро в следующих видео. И от Флоры огромный-огромный привет. Всем всего хорошего, до свидания.